Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем играть в Ori and the Blind Forest Infinite Edition. Так, все же решила я, наверное, пройти вот эти вот верхние трясины, которые не допрошла. Мне кажется, их нужно пройти раньше, чем идти вот сюда, вот в ущелье скорби. Поэтому мы возвращаемся, так получается. Ой, как же далеко это, фу ты, господи, идти. Так, где я? Где я вообще? Где я нахожусь? Вот я. А мне надо... Кстати, вот сюда бы пройти тоже не мешало. Поэтому я сейчас поднимаюсь вверх и направо. Ага. И вот здесь вот тоже интересно, как вот эту фигнюшечку открыть. Так, значит, вверх и направо. Окей. Ай. Больно. Так, а здесь что за фигня? Так, а как вот эту? Я уже забыла. S, кажется, да? Нет. Вот такую, вот эту штучку кидать. Так, как ее кидать? Забыла уже. Так, забраться, топот, удар, двойной прыжок. А, вот, световой всплеск. Световой всплеск. А, нажмите, держите R, чтобы прицель... Все, вспомнила. R. Вот это вот фигня. Нет? Нет? Нифига подобного. Просто там какая-то светится штучка, поэтому я и подумала. Ай, сейчас начнется помирание. На пустом... На пустом месте. Давай вот так вот. Чувак, я прям так сделаю. Так. Окей. Ай, Ори, ты чего? Ты чего, не разыгрался? Ай. Я не люблю вот этих вот плюющихся гадин. Они такие противные. Так, надо почаще будет сохраняться. Так. Так, это у нас носорог. Замечательно, носорог, ты такой хороший, я тебя прям обожаю. Красавчик. Встань от меня. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А здесь же можно на ветре подняться, чё я туплю? У меня же ветер есть в конце-то концов. Вот, пожалуйста, и все. И зачем это напрягать себя? Давай так сохранимся на всякий пожарный, это знаю я. Вот и все. Про ветер-то я забыла, что у меня теперь ветер. Что я теперь могу подниматься, где хочу и как хочу, и захочу. Так. Здесь у нас что, карта, да? Ну, карта у нас открытая вроде бы. Хотя у меня вот кусочек карты есть как бы, да? Ну-ка посмотрим. Ну его, наверное, в какое-то другое место вставлять, да. Да, карта открытая уже получается. Окей. Так. С ветром-то намного проще теперь, если что, подниматься. Здравствуй, дорогой. И прощай, дорогой. Так. Не сюда. Полетели, полетели, улетели. Замечательно сохранились. Жизни у меня дофига на последний раунд. Еще может найдем. Это там, где вулкан будет, это вообще жесть, по-моему, насколько я помню. Хотя, по-моему, не сложнее, чем все остальное, в принципе. Так, теперь же есть ветер. Ветер, тут, господи, ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь, да, и тучи, я теперь могу. Я теперь могу добраться везде, где только можно. В принципе. Так, но я сейчас все равно пойду направо. И потом вот сюда вниз. Теперь я и сюда могу добраться. Где я еще что не собирала? Ну, сюда я уже возвращаться не буду. Это не... Нет в этом смысла. А вот ячейки можно, в принципе, пособирать. Хотя это тоже как бы не обязательно. Вот, вот эту фигнюшку бы тоже не мешало забрать. Так, что еще есть тут?
Вот эту фигнюшку я смогу теперь забрать, если что. Так. Я хочу конкретно уже пройти эту игру подробненько. Так. Мне вниз, по идее, да? Да ну, отстаньте, вороны, вороны. Так. Можно почаще сохраняться. Ой, отстань, противная. Мне дальше, да? Так. Окей. Вот эти вороны, они так напрягают, на самом деле. Так, это забраться-то замечательно, а как? Каким образом открыть? Здесь где-то должна быть или вот эта штука, которая световым всплеском. Или что-то типа того. Вот эти еще напрягают. Вот как они напрягают жестко там. Ай! Да ну вас нафиг, вы чего? Какие-то не это, неадекватные, отстаньте от меня. Да что у меня с правой кнопкой, я не могу ее зажать, зараза. Так, подождите, ребят, мне надо подумать. А, как открыть эту фигню? Как ее открыть? Как ее открыть? Скажите, пожалуйста. Встань прости меня, иди еще. Сгинь. Как ее открыть? Как-то же она открывается по-любому. Может где-то сверху? Я просто в упор не вижу. Да ну нафиг тебе. Так. Вот, вижу. Все. Че я нажала? Фу, ей надо это R же нажать. Вот. Все, я заметила этот фонарик. У нас же есть теперь фонарики. Оба! Замечательно. О, ёшкин кот! Так, ну, дышать мы под водой можем, так что нам это, в принципе, не проблема. Не проблема. Такс. Ой, рыба только. Рыба. Ага, отлично. Отличненько. Здесь хранить можно? Ну, конечно, нельзя. Естественно, нельзя. Так. А, подожди. Стоп. Ага. А, еще и успеть надо. Ну, вообще, отлично. А как это можно успеть? Ну, как-то надо успеть, по-любому. Сейчас мы полностью поднимем. А как это успеешь-то, ё-моё? Это надо как-то резко прям прыгануть. Подожди-ка, давай сохранимся. Так. Нет, это не успеешь. Я слишком много прыгала. Как это надо, подожди, потренироваться? Не надо так делать. Надо просто вниз и... Надо сначала прыгнуть и сразу вниз, да? Прыгнуть? Извини. Да нет, прыгнуть сначала, нырнуть. И вот так вот джу-джу-джу-джу-джу быстренько, без всяких прыжков. Да, вот. Ну-ка давай еще разок. Да ну, Ари, ну ты чё, блин, такой медленный? Ну что ж ты, ё-моё. А через... Может через верх как-то, а? Реально, чё я парюсь? Чё я себе это самое сложности какие-то делаю, когда можно вот так. И все. Так, у нас есть еще одна ячейка энергии. А, отличненько. Можно сохранить, в принципе. Так. Ну и назад таким же макаром. Ну, блин, с этими умениями можно вообще особо не напрягаться. Да все. Ой. Ой-ой-ой. Ай, Ори. Ну только не помирай, ну ёшкин кот. Да ну ты серьезно? Ты чё, Ори, блин? Обалдел, что ли? Вот и все. Всяких напрягов. Нет, подожди, давай не будем рисковать, давай не будем торопиться. Спокойненько.
Замечательно. Так. И дальше нам куда? Дальше вот эту бы ячейку я тоже бы не прочь взять. Вот. Не прочь. Вот сейчас бы только не погибнуть, еще вообще было бы отлично. Отличненько. Давай сохранимся. Так. А, фу, здесь же можно полностью восстановиться. Тут есть сохраняшка. Здесь есть это. Телепортяшка. Я и забыла, что есть телепорты же. Если что-то куда-то переместиться, допустим. Где у нас есть телепорт еще? Здесь телепорт. Сюда я уже не пойду. Я здесь не обязательно. Сюда я тоже не пойду. Я не хочу. Сюда. Так. Так, так, так. Вот эту ячейку забрать. Великовато, да? Так, подождите, где я сейчас нахожусь? Я вот здесь, да? Сейчас я вот эту ячейку возьму, наверное. Потом посмотрим, куда дальше. Сегодня такая серия будет, короче. Это, наверное, опять собирание ячеек всяких и тому подобное. Очистка, зачистка, перечистка. И очистка. Так. Так, подождите. Где я? У меня же вот эта фигня, что ли? Отличненько. Поехали дальше. А дальше нам... Опять же вот так. Да, вот эту фигню прям замечательно можно хоть куда. Отстань, красивая. Так, блин, опять тут эта фигня. Да, зараза, ты отстань от меня. Надо ее убить, чтобы она мне мозги не колупала. Так, давайте тут сохранимся. Так, где-то здесь должен быть фонарик. Вот прям по-любому. А что у меня... так, усовершенствованный топот. Здесь я все практически. Мне только тройной прыжок, мне 3 очка надо. Вот сейчас я их и получу как раз. Так, где-то здесь должен быть фонарик, чтобы его зажечь. Не здесь, но где-то в ближайшем месте должен быть этот фонарик. А где? Я пока не могу понять, я пока не вижу. Где-то он должен быть. Потому что эта фигня открывается только с помощью фонарика. Никак иначе. А я его почему-то не наблюдаю в ближайших местах. Почему? Почему его здесь нет? М? Где фонарь? Алло. Тут же только с помощью фонаря можно зажечь. Где этот фонарь находится? Или там не с фонарем зажигается? А, скажите, пожалуйста. Сейчас разберемся, Ори. Не очкуй, да, Ори, блин, запрыгни ты нормально. Так. Подождите. Мне вот сюда вниз может сходить? Может где-то здесь? Ай-яй-яй. Так. Где этот фонарь? Или... Подождите. А вот эта фигня что открывает? Фонарей не наблюдаю вообще. Вообще не вижу никаких фонариков здесь. Так, сейчас. Подожди ты, блин, я из-за тебя ничего не вижу. Чего, где? Когда? Как туда попасть, зараза ты такая? Так. Где этот фонарь, блин? Он должен быть. А, вон он. Или это не он? Или он уже зажег? Зажатый, блин. Зажатый. Ай, что я делаю-то? Господи, боже мой, сохраниться хотела. Так, я попаду в него. Ну-ка, давай. Ну да, я же сказала. Фонарик.
Так, подожди. Так, стоп. Мне вниз. Да, мне вот сюда. Сюда и наверх. Ай! Большая толстая штучка. Отстанет меня. Ага, замечательно. Полное ХП, все полное, короче, мы в полной. В полном шоколаде. Ага, отлично. Теперь можно. Ага, отличненько. Да уйди ты, противная. Отстанет меня. У меня есть ячейка. Так, все. Отстань, 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 противная бяка. Так, все, есть ячейка, сохранюсь. И все, тройной прыжок. Я изучила открытое достижение духовных дел мастер. Тройной прыжок. Это как? Ну-ка. Раз, два, три. Или как? Как? В смысле тройной прыжок? Раз. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Вот это что ли имеется в виду? Ладно, не важно, так я и не пойму, что это означает тройной прыжок. Так, дальше, значит, куда? Вот еще есть ячейка. Так. А если телепорт, смотрите, сразу вот сюда. Если туда телепортнуться. Ну, я, наверное, уже в следующей серии пойду туда. А сейчас я пособираю вот эти всякие ячейки, значит. А где у меня еще не собраны ячейки? Вот это опыт, это не обязательно собирать. А вот такие вот ячейки можно пособирать. Вот, раз, два, аж три штуки. Хотя мне так-то по умениям осталось вот только вот здесь. Раз, значит, два очка, четыре, четыре, три, семь, десять. Десять очков, по идее, мне надо, и все, в принципе. Я как бы закончу с умениями, со всеми. Поэтому, куда мне пойти сейчас лучше? Наверное, все же вот здесь. Так, где я видела? А, вот сюда назад, да? А хотя я все равно пойду наверх, когда я их пособираю по-любому. Поэтому я, наверное, сейчас пойду в эту сторону. Вот эту ячейку соберу. Так, вниз мне, короче говоря. Вниз. Ай, это толстая зараза. Ай. Эй. Так, хорошо. Дальше. Куда? Сюда, потом вниз можно. Вернее, нужно. Так. Вниз, да? Окей. Так, и сюда. Отстаньте. Отстаньте. Ой, с тройным прыжком мы вообще. Мы вообще... Так, подожди-ка. Тройной прыжок. Это замечательно. Мне же надо наверх, получается. Где тут фонарик? Скажите мне, пожалуйста. Мне просто интересно. Это здесь должен быть фонарик. Так, ладно. Тут ты, ёшкин кот. Заберись. Так. Так. Так, стой! Блин, не добирается он. А на вот эту R жать только в таком положении, да, получается? Так, где-то здесь надо тогда фонарик найти, получается, или как? Или нет, или здесь можно... А, подожди-ка. Зараза. Да, сохранимся. Где-то здесь должен быть фонарик, чтобы открыть вон ту перемычку. А вот где, конечно, вопрос. Вопрос вопросов. Где этот фонарик находится? Так. Здесь его нет. Где он может находиться, а? Они же, блин, могут находиться вообще в каком-то месте таком, котором ты не подумаешь. Ай, ну вот это вот тут надо было тебе, конечно. Погибнуть. Так. Может, где-то здесь тоже вариант.
Тоже вариант, ну не факт. Это не фонарик. Это не фонарик. Подожди-ка. Подожди-ка. Хотя, может быть, сейчас посмотрим. Так, сейчас, секунду. Где я вообще нахожусь? Где тут может быть фонарик? У нас теперь есть ветер. В принципе. А что, наверх не плывешь? Наверх не хочет, на самый верх не хочет. Здесь фонарей я не наблюдаю. Блин, где тут может быть этот фонарь? Где-то он, а не должен быть по-любому. Просто я его не наблюдаю. Да отстань ты, противник. Уйди. Сильно далеко он не может находиться, это вот прям по-любому. Сильно далеко не должен. Где-то в ближайшем месте. Так это уже мы идем к этому. К горячести мы идем уже. Так, поэтому нет, не сюда. Блин, здесь что может быть? Понятия не имею. Там, в принципе, без фонаря можно пройти, не открывая вот эту вот фигню. Что, фонаря я не вижу. Не вижу я его. Отстань. Так. Давайте попробуем без фонаря. С помощью вот этой фигни. Ага, нет. Не получается, блин. А как я здесь забиралась-то? Это я здесь забиралась. Вот как? То есть можно забраться по-любому без этого. Только вот так. Забиралась я тут, конечно. Так. По идее, этот фонарь должен где-то здесь быть, но я его здесь не вижу. И он, мне кажется, не фонарем. Это самое. Не фонарем. Вот эта фигня же не фонарем открывается. А как она открывается? Фиг его знает, как она открывается. Но она не взрывается, по-моему, нет. Да тут и без фонаря, по-моему, можно как-то добраться. Ну, просто как? Вопрос весь в том, как. То, что с помощью этого паука, это точно. Так, а может быть фонарь где-то здесь? Нет, не может быть. Это, конечно, интересно. Я и в прошлый раз не могла, блин, понять, как мне туда добраться. Так, это я уже куда-то не туда пошла. Здесь вряд ли что-то такое будет. И, по-моему, та фигнюшка не открывается с помощью фонаря. Она же каменная или какая? Ее, по-моему, взрывать надо. Или что с ней делать? Фиг знает. Фиг знает. Так, давай-ка сюда переберемся. Сохранимся. Ага. Так. Здесь никаких фонарей нету. Тайных нет. Здесь ничего такого нет. Знаешь, мы с помощью вот этой фигнюшки сейчас будем забираться. Да блин, что я сделала? Так, ты давай. Да блин, нет. Ты чего? А смотри, она плюется прям сюда-сюда. Блин, нет, не добирается. Не добирается, не добирается, блин, что ты упала-то? Ай.
Давай выше еще. Еще выше, давай. Ну ты чего? Люся, давай еще. Ну, где ты там? Да блин, она об эту бьется и не это самое, не попадает, все. Давай это, помрем, наверное. Здесь никаких этих нет. Рычажков там или еще чего-нибудь такого. И нифига тут нету. Каких тайных ходов. Ничего такого нет здесь, да? Ничего тут такого нет. Как помереть? Давай, убей меня. А то я уже все это израсходовала. Ладно, не убивай меня. Ай, как же, блин-таки, блин. Эта фигня не получается. С этой фигней, вернее, не получается почему. Ну-ка давай. Да пофиг, давай. Пофиг, жизнь же есть, давай. Фуф. Ах ты, блин. А вон фонарь есть, стоп. Вон фонарик же есть. Нет, не туда я. Давай сохранимся. Так, а как этот фонарик мне заэтовать? Тут, конечно, вообще же скач. Подожди. Здесь, конечно, вообще же скач. Вот. Вот. Вот теперь все понятно стало. Ясненько и понятненько. Отлично, сохраниться надо. А то тут будет. Фуф. Прошли мы. Без всяких там. Без всяких яких нашли ячейку жизни. Мы красавчики. Так. Где еще? Ой, не жизни, господи, опыта. Дальше поехали. Теперь вот сюда. Угу. Угу. Далеко дойти, если так вот все обходить. Хотя, в принципе, не очень далеко. Так. Замечательно. Пошли теперь наверх, да? Теперь наверх. Наверх. Дальше. А, нет, это я не туда уже прошла, это я уже лишнее прошла. Вот сюда мне. Вот сюда. Так. Сюда же? Да, и дальше. Ладно, дай противная. Вперед, мне вперед. Ой, здорово. Ай. Ай. Ай-яй-яй. Больно же. Так. Ну, а тут теперь у меня есть этот... Ветер, ветер. И это все-таки не проблема. Так. Ветер. Вот, отлично. А, отличненько. И что теперь у меня... Блин, у меня только одна ячейка жизни. Ой, одна... Одну очко уменить, да? Так, теперь мы можем пройти вот сюда дальше. Вот сюда дальше. Эк. И дальше, и дальше. Так, это дерево. И что это? Ага, древо Гинза. Тут что у нас? Тут опыт. Одна вот эта ячейка. Не, сюда я уже, наверное, не пойду. Здесь в основном опыт, опыт и все, в принципе. Не хочу я туда, там достаточно сложно. Замудрено. Вот, еще одна ячейка пришла. Хорошо. Так, здесь у нас что? Здесь есть вот опыт, но я не буду его брать. Я пойду сейчас вниз, потом вот сюда. А, нет, подожди. Я пойду вниз, вот сюда, потом вот сюда.
сюда. И потом вот сюда только доберусь, тогда я вот до этой ячейки. Да, получается? Да. Вот до нее доберусь, наверное, и на этом серию закончу. Пока что. Не, в принципе, можно вот этот опыт попробовать взять сейчас, наверное. Будет просто его взять. А, в смысле? Подожди-ка. А, вот опять же, где фонарь? А, вот фонарь. Фонарь. Сейчас мы его зажжем. Опа. Отлично. Зажгли. Теперь мы можем взять фигнюшку. Он не лишний будет. Не так уж много, ну возьмем. Раз по дороге. Так, и теперь сюда. Сюда. Да, вниз. Ай, хватит стучать. Ай, плюющиеся каки. Берем. Ой, здорово. Здорово, я тебя не ожидала здесь увидеть. Ай-яй-яй. Текс. Теперь вниз мы идем. Да? Вниз. Вниз. Текс. И направо. Ой, здорово. Здорово. Текс. Сохранимся, наверное. А, я немножко не туда пришла. Мне надо налево было. Ну да ладно. Страшно. Миг. И потом вниз. Сейчас до упора налево и вниз. Ой, здесь вот это место. А, здесь, смотрите, можно что-то открыть. А, не открыть, а проломить. А, здесь просто вот это и ничего интересного. Ну, ладно. Эк. Ой, вот это место я обожаю, конечно же. Я его просто обожаю. А у меня же есть какое-то умение, которое. Ладно, мы и так, мы с этими умениями нормально справляемся. Смотрите, здесь есть опыт. Тут тоже можно взять раз по дороге. Так, где он? Ай, сверху или где он? Так, он вот здесь по дороге. Ай, сюда. Так, давай-ка аккуратнее будем делать это все дело. А то я что-то разошлась. Давай, здесь все не сохранится, что ли? Ну, да как-то... Ой. Это как-то не очень. А здесь я как поднимусь? Вот так? Ой, где я? Где я? А, вот она я, господи. Ай, как мне до туда добраться-то? Подожди. Нет, подожди. Нет. Давайте-ка отсюда я еще раз попробую. Да, ну ты чё не докинула-то фигню эту? Так. Ага, всё, взяла, отлично. Дальше поехали. Сохранимся на всякий пожарный. И поехали дальше. Опа. Так, мне прямо и потом вверх. Да? Эй. Ай. Ай! Что ж ты так убиваешься? Ты ж так не убьешься. Ой, здорово. Я тебя помню, чувак. Так. А, вот здесь мне как интересно теперь. Где ветер? А, вот же ветер. Так. Вот так. Вот и все. Проблем-то. Ячеек у нас теперь дофигища. Есть варик, конечно, сходить вот сюда. Чтобы уже, как говорится, добить. Все до конца, все открыть, все забить. Так, где я вообще нахожусь? Что-то я потерялась. Ага. Замечательно. Эк. Так, мне куда? Подождите. Так, встань на этот там. На бревнышко можешь встать?
Так, постой здесь. Так, ну сюда. Да ладно ты. Хорошо. Замечательно, здорово. Здорово, здорово. Так. И как мне там? Ага. Так не разобьется, что ли? А, подожди, может так? Нет, что ли? Подожди, а как здесь? А вот это немножечко. А вот это немножко я не поняла. А подожди, ну-ка давай так. Ага, нет, да? А как здесь тогда? Нифига подобного. А как же тогда? Топот никак, да, не помогает. Подождите, а топот вверх есть? Тут вот интересно, как вот эту штуку взять. Как разбить эту фигню. Даже не знаю. Даже понятия не имею. Ну ладно, и фиг с ней. Это опыт, он не так важен. Не, сюда я возвращаться за этой ячейкой не буду, это однозначно. Так, здесь что у нас? Здесь одна ячейка этого. Нет, я туда не пойду. Так что в следующей серии я пойду... А, вот эту ячейку возьму. И потом... А, и потом вот сюда надо сходить будет. Сначала я схожу вот сюда... А потом уже по дороге к ущелью скорби вот здесь все пособираю. Да, скорее всего так и будет. Ладно, сохраняемся, наверное. В смысле? Ну, давайте отсюда уйдем тогда, что ли. Здесь нигде поблизости нет этого телепорта или чего-нибудь такого, чтобы сразу переместиться куда-нибудь, допустим, вот сюда. А вот телепорт есть, в принципе, недалеко. Вот этот или вот этот. Можно вот этот, наверное. Так, хорошо. Так. Ай. Ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, давай ты, Ори, будешь жить, хорошо? Окей, договорились. Потому что мне вот этих вот помираний не надо. Совершенно. Совершенно они мне лишние. Па-па-па-па-па-па. Так, ладно. Немножечко вернемся, чтобы в следующей серии все этот, весь этот путь не проходить. Так. Дальше, потом вниз. Дальше и вниз. Да, Нори, ты чё? Дальше и вниз. Как-то нормально, да? Так. Вниз. И сюда. Ну вот, чтобы Ори да не задел. Так, и вперед. И вперед, и вперед, и вперед. И потом еще вперед. И еще вперед. Ага. И еще вперед. И вниз, да? Опа. Хе-хе-хе. Так, сохраняемся. И как тут телепортироваться-то? Так. Куда я хотела перенестись-то? Нет, не лунная пещера. Зачем? Иглистое болото, древо Гинза. А вот верхние трясины. Сейчас мы туда переместимся, чтобы уже в следующей серии начать прямо с этого места и все. Я не туда перенеслась, я красава вообще. Я в верхние трясины перенеслась, да не в те. Подожди. Вот, вот сюда же мне надо. Или подожди. Вот же... А, или он не открытый, из-за этого, что ли, я не могу туда перенестись. Сюда вот.
Они не в открытые, вот из-за чего. Ну ладно, все равно все-таки ближе, чем. Или пройтись все же туда. Чтобы в следующей серии не идти, вот этот весь путь не проходить. А хотя ладно, фиг с ним. Ладно, закончим на этом. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем все комментарии. Всем пока-пока.